Сломался пищевой раздатчик на этаже. На бесплатном лифте ехать в давке неохота. Идешь пешком. На лестнице серая грязь. На стенах странные знаки, нанесенные коричневой слизью. Впрочем, ничего необычного. Забираешь свой рацион, идешь обратно. Внезапно звучат сирены и начинается самосбор. Пространство странным образом искажается. Слышны странные звуки. Узоры на стенах обретают глубокий смысл. Твоя плоть течет коричневой слизью, и ты торопливо наносишь новые знаки на стены, пока не падаешь на лестницу, где, судорожно сокращаясь, распадаешься на серую грязь.